называется, вы знаете, наверное, на то, что крутится в бешеном ритме. Работы всегда бывает либо слишком много, либо еще больше. Так уж лучше пусть будет избыток всегда, когда всего чересчур, когда одно дело подстегивает другое, а то, в свою очередь, тащит третье. Короткие встречи. Кира Муратова, она решилась. Она пригласила Высоцкого в фильм. И он спел «Дела, меня замучили дела», эту импровизированную заготовку он поет на съемках. И она решается, надо переписывать сценарий. И получился фильм сложный, любовный треугольник, философский, я бы сказала. И фильм получился крупнее первоначально задуманного. Да, Буратова и Высоцкий сыграли еще и философский подтекст. Любовный поединок двух творческих натур. А можно ли встретить в жизни такую, чтобы и оригинальной личностью была, и щедрой, самоотверженной женственностью обладала? Можно. Я отвечаю на вопрос «можно». Ольга Серебряная. Человек, который приехал к нам специально на день раньше. Завтра в Венспилсе будет происходить большое событие, ежегодный Татьянин день. И сегодня Ольга у нас. Ольга Серебряная, Михаил Гущин. Это семья. Они всегда с детьми. Они всегда творчески настроенные люди. Оленька, что еще ты можешь сказать о себе? Я думаю, зрителям будет очень интересно. Я думаю, что я лучше вам спою. Беда. Thank you.